Ну что, доброго времени суток, банда. Ну и продолжаем дальнейшие наши движения по 15-му твину 6000 СВПГ. Вот. И остается у нас что? Дальше уже ротор, механизм ротора. Ну и типа это и все такое. Ну и давайте не будем медлить. Снимем сразу же подшпульный механизм. Видим такие вот регулировочные шайбы, типичные для серии данных катушек. Стандартный винт, который держит подшпульный механизм, выполнен с шестигранником, с резьбовым фиксатором. Вот. Ну, подшпульный механизм тут такой же, как и у Стеллы. От этого по нему долго тут задерживаться не буду, потому что уже говорил, что такая резиночка, своеобразный пыльник, который у нас предотвращает попадание агрессивной среды в шпулю. Видим вот такую вот крышку, кожу, фиксатор гайки ротора на трех винтах. Видим вот такие вот грани, которая совпадает с самой гайкой ротора и фиксирует ее от возможности раскручивания. Стандартный такой пыльник, да, сверху его видим, сразу же находится уплотнительная такая шайба. Сейчас она здесь просто подпристыла чуть-чуть, которая у нас выбирает свободное место и не дает этому пыльнику поступать возвратное поступательное движение вместе с штоком. Все откручиваю, уважаемые зрители, вручную. Держу ключ безо всяких ключей, чтобы рукой лучше чувствовать тактильное ощущение. Ну вот. Вот такая гайка ротора. Видим на ней такая вот ступенечка, в которой находится пыльник. И, соответственно, эта ступенька тут же и делает такой барьер для попадания агрессивной среды. Внутри подшипник и в нем втулочка пластиковая. Вот она. Все, как бы сказать, обычное для данной серии катушек. Снимаем ротор. Традиционно также видим на роторе уплотнительное кольцо, которое прижимается тыльной стороной гайки ротора, тем самым тоже предотвращает попадание агрессивной среды. Также здесь мы увидим все стандартно. Регулировочная шайбочка. Там стоит также резинка на шейке ротора. И, соответственно, видим, что вот эта вот проставка, да, адаптационная, она сейчас в данный момент присохла, да, на этой резинке. Тем самым эта резинка тоже попадает, ну, как бы сказать, предотвращает попадание агрессивной среды, если вдруг у нас здесь через гайку попадет, да. Вот мы видим данную резиночку. Вот. Думаю, всем все видно. То есть, что тут говорить? В принципе, все продумано до слез. Вот этот весь узел, да. Мне кажется, уже сделать лучше, наверное, уже трудно представляется возможным. Дальше наша задача. Мы будем разбирать ролик лесоукладывателя. О, видно, что там
резьбовой фиксатор, и он сейчас под воздействием моих сил так вот сошел, видно, вот он красненький, преднанесенного типа. Вот. Ну, что такое резьбовые фиксаторы преднанесенного типа, я думаю, мне сейчас не имеет смысла все это вам рассказывать. Пошло с этой стороны. С этой, да, с этой вынимаем суппорт. Вынимаем сам весь ролик. Видим, что здесь хорошая смазка, которая предотвращает воду. Значит, с подшипниками в данной катушке тоже все должно быть нормально. С одной стороны мы видим, стоит вот такая вот фигурная шайба. Вот. С другой стороны у нас стоит подшипник. Подшипник стоит у нас в адаптационной втулке. Вот адаптационная втулка, это разделительная втулка, которая разделяет у нас два подшипника. А вот это вот сама адаптационная втулка, которая адаптирует сопряжение подшипника с профилем, с внутренним профилем и корпусом самого ролика лесоукладывателя. Вот. Также с этой стороны осталась такая же адаптационная втулка. В ней остался подшипник. И с другой стороны такая же фигурная шайбочка. Все стандартное для катушек данных лет. И достаточно. Здесь все неплохо смазано. Вот мы наблюдаем старую, но все-таки водоотталкивающую смазку, которая применяется для данного места. Так, нужно проверить подшипники. Сначала их вытру от этой смазки. Смазка данного типа, которая здесь применяется, может быть агрессивной. И мне сейчас после этого, уважаемые зрители, стоит замечательно, стоит помыть руки. И всем тоже рекомендую, кто сейчас вот более-менее современные катушки залазит в узел ролика лесоукладывателя, рекомендую сразу же хорошо от этой смазки промыть руки. Потому что последнее время Shimano применяет агрессивную смазку, которая не должна попадать на кожу человека. Все замечательно. Так, уважаемые зрители, посмотрели мы конструкцию ролика лесоукладывателя и сделали вывод, что все с ним замечательно. Вот. Посмотрим деформацию дужки. Очень легкая, почти незаметная. Видите, чуть-чуть есть небольшое смещение. О, уже нет смещения, все. Короче, уже все исправил. Все, была небольшая минимальная деформация дужки. Так, банда, продолжаем дальше разбирать ротор. Ну, а кому интересно, я вот сейчас ролик лесоукладывателя выложил в том последовательности, в котором он стоит, что если кому интересно, могут посмотреть. Судя по всему, я вот чувствую, когда делаю первые эти вращения отвертки, что не ролик лесоукладывателя, а не данный узел, грубо говоря, и механизм ротора, и ни разу не разбирался. Также видно, есть смазочка. Вот она не свежая, но она имеется. Данное коромысло сделано из металла. И внутри у нас стоит вот такая вот
регулировочная шайба, которая сейчас там на этой смазке полностью заподлицо прилипла. И я вот даже, ну ладно, мыть буду, она оттуда вымоется. Сейчас уже не буду доставать, показывать. Проволока душки цельная и достаточно толстая. Коромысло данное сделано из пластика, да, то есть не металлическое, как на стеле. И тут нужно учитывать такие моменты, что иногда имеет место быть, и не только у меня это было, и уже мне приходили катушки с определенными видами. Вот здесь вот по кратчайшему пути может происходить трещина. Такая вот хлоп. И все. Это когда у вас сильно затянут фрикцион, и вы работаете на жесткой подсечке, и потом на агрессивном вываживании крупной рыбы идет большая нагрузка. Он прям туда так вот загибается к шпуле, да. И, соответственно, вот это вот место не выдерживает, имеет место быть трещине. Ой, вот. Приятно прям разбирать. Сюда еще не вступала нога человека. Илон Маск здесь еще не летал. Вот. Аккуратненько все вынимаем. Пружина традиционная, с таким вот толкателем. Не скажу, что она длиннее, чем у обычных катушек, и проволока там потолще. По-моему, такая же упругость, может чуть-чуть посильнее, и не более того. Видно, что катушка реально вот эта вот работала немного, потому что обычно вот эта вот ступенька, по которой катается фиксатор, и он же звуковой сигнализатор, да, который щелкает при откидывании душки. Видим, что и на нем, на пластиковом, тоже износа практически нет, и здесь износа нет. То есть вот данная катушка, уважаемые зрители, прям вообще с очень малым мотопробегом, при которой, по крайней мере, откидывалась душка. Вот. И тут остается у нас толкатель и адаптационная такая улучшенная подложка для пружины. Снимаем вторую декор-крышку. Видим, смазка у нас имеется. Имеем адаптационную подложку для пружины механизма. Вот она, похожа, такая же, как и на Stella 10. И сам такой традиционный, нехитрый толкатель самосброса. Так, есть маленькое отличие. Уважаемые зрители, в конструкции данного ротора и механизма, чем у Стеллы 13 года, которая была, могу даже сделать сюрприз, там разыграть какой-нибудь там воблер, если кто скажет, это отличие. Ну, не знаю, как сделать, или не стоит рассказать вам сразу. Ну вот, это самый главный нюанс, как крепится вот эта вот уплотнительная резинка на шейке ротора. Видите, под нее вырезан специальный паз, и она там прям четенько, удобно сидит. Паз у Стеллы 13 года, он тоже есть здесь вот, но он прям с краю одевается, и эта резинка может слетать и сюда, да, в эту сторону. Вот, и как бы не очень так удобненько. Здесь вот мы видим, она сидит прям четенько, и мы наблюдали, как хорошо она держит вот такую проставку. Она прям туда, оп, плотненько зашла и прям снимается туго. Мне кажется, на данной катушке 15 года данное решение однозначно веселее, чем на Стелле 13. Так, уважаемые зрители,
ротор с его механизмами, рулик лесоукладывателя, подшпульный механизм и гайку ротора мы с вами рассмотрели. Все, кому понравилось, ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал Дедушки Тайменя, чтобы не пропустить ничего интересного. Ну а пока я вынужден сказать, что до свидания, до новых встреч.